Всем доброе утро, с вами как обычно Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным валютным парам и металлам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Вижу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо. Пора начинать. Приступим. Сегодняшний обзор начнем с валютной пары евро-доллар. Этим самым попрошу открыть график валютной пары евро-доллар с таймфреймом 1 час. Хочу также напомнить основные правила анализа, правила данной торговой стратегии. Итак, во-первых, наша задача состоит в том, чтобы распознать волны импульса и коррекции. Именно поэтому мы с вами берем в расчет как минимальные цены, так и максимальные цены каждого дня. После чего мы с вами сумеем определить не только направление движения цены, но и разворот тренда. И в-третьих, с помощью инструментов Фибоначчи, с помощью линиями Фибоначчи, расширениями Фибоначчи, мы с вами сумеем определить уровни коррекции, уровни входа и выхода из рынка. По валютной паре евро-доллар тренд все еще остается медвежьим. Несмотря на то, что два дня подряд валютная пара торгуется с повышением, пока что подтверждающий сигнал о смене тренда мы с вами так и не получили. Валютная пара все еще находится под давлением, поэтому торопиться с покупками я бы не советовал. Также хочу обратить ваше внимание на то, что актуальная медвежья волна началась с максимум 22 ноября, завершилась на минимум 24 ноября. Продажи я рекомендовал рассмотреть при достижении уровня 1.0590. В основном в последние 5 дней валютная пара торговалась вокруг уровня 1.0590. Даже вчера опоздавшие, те, кто планировали торговать по тренду, те, кто планировали открыть ордер на продажу, получили также возможность открыть в очередной раз ордер на sell по тренду. Но, как видите, вчерашний уровень 1.0590 оказался уровнем поддержки, сильным уровнем. Валютная пара развернулась и продолжает торговаться с повышением. Хочу также обратить ваше внимание на то, что сегодня БКМ удалось дать о себе знать. Сегодня БКМ удалось обновить максимум 28 ноября. БКМ удалось преодолеть последнюю медвежью волну, которая началась с максимум 22 ноября. Все зависит от того, как закроется сегодняшний день. Если, конечно, день закроется выше максимальной цены 22 ноября, вот только тогда можно будет посчитать то, что тренд стал бычьим. А пока что валютная пара всего лишь торгуется с повышением, это всего лишь попытки со стороны быков, поэтому спешить мы с вами не будем, будем ждать закрытия дня, будем ждать подтверждающего сигнала. Как видите, я все еще в рынке на sell, ордер был открыт по цене 1.0590, жду продолжения тренда. Жду снижения евро по отношению к американскому доллару до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 1.0320. Стоп-лосс выставлен по цене 1.0700. Такой цены сегодня не было, поэтому я все еще продолжаю оставаться в рынке. Больше нечего добавить, так что идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Британский фунт, доллар США. Итак, нам с вами придется вернуться по истории. Я бы хотел сперва обратить внимание на момент начала последней медвежьей волны. Итак, последняя медвежья волна началась еще в день 15 ноября, после того, как завершилась коррекция на основе предыдущей волны импульса. Завершилась на минимум 18 ноября. Коррекция на 50% состоялась при достижении уровня 1.2410. Я находился в рынке на sell, но вчера, только после того, как движение вверх продолжилось и уровень 1.2550 был достигнут, я получил стоп-лосс. Хочу также обратить ваше внимание на то, что по валютной паре британский фунт доллар США
тренд сменил направление, был медвежий тренд, стал бычий тренд. Давайте мы с вами сейчас попытаемся определить актуальную бычью волну, после чего мы с вами сумеем определить уровни коррекции, уровни входа и выхода из рынка. Я сперва добавлю уровень. По цене 1.25141. Это уровень, с которого началась последняя медвежья волна. Итак, в день 28 ноября были попытки со стороны быков изменить направление рынка, но закрытие дня оказалось ниже. Этим самым мы с вами так и не получили подтверждающий сигнал о развороте. Ну а вторая бычья волна и актуальная бычья волна началась с минимум 28 ноября. Завершилась на максимум вчерашнего дня. Сегодня жду коррекцию, сегодня жду достижения уровня 1.25.40. Только после чего можно будет открыть ордер на бай по тренду. Сегодня такой цены не было. Сегодня валютная пара в основном торгуется с повышением. Давайте мы с вами выставим бай лимит по цене 1.25.40. Если этот уровень будет достигнут, мы с вами получим возможность открыть ордер на покупку по тренду. Со стоп-лоссом, как обычно, за пределами волны импульса ниже уровня 1.23.70. Итак, цели пока что рано определить. Необходимая нам коррекция не состоялась. Будем ждать коррекцию, и после чего можно будет растянуть расширение Fibonacci, определяя цели, определяя уровни, при достижении которых нам с вами нужно будет фиксировать прибыль. Игорь пишет: максимум 22 ноября 1.06573. А вчера доллар закрылся по цене 1.06605. Давайте мы с вами вернемся по евро-доллару. И что вы хотите этим сказать, Игорь? А, я понял, да, кстати. Закрытие вчерашнего дня оказалось по цене выше. Да, я не заметил этот момент. Итак, максимум 22 ноября расположен по цене 1.06574. А закрытие вчерашнего дня оказалось по цене 1.06593. Да, все верно. Ну, в таких условиях тренд стал бычьим. Да, все верно. Спасибо большое за подсказку. Итак, да, по валютной паре евро-доллар тренд уже бычий. Ждем коррекцию. Если вдруг в течение сегодняшнего дня состоится необходимая коррекция, мы с вами получим возможность открыть ордер на бай по тренду. Я пока что в рынке, поэтому я продолжу оставаться в рынке до того момента, как, пока ордер не будет закрыт либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту. Ну а по большому счету, те, кто все еще вне рынка, начиная с сегодняшнего дня, рекомендую рассмотреть покупки. И первый ордер на бай мы с вами сможем открыть только при достижении уровня 1.06. Такой цены пока что сегодня не было, поэтому все еще продолжаем ждать достижения этого уровня, все еще будем ждать коррекцию. Более того, сегодня быкам удалось обновить максимум 28 ноября. Здесь у нас, в принципе, очередная бычья волна. Если, конечно, сегодня валютная пара начнет торговаться с понижением, если уровень, который расположен по минимальной цене сегодняшнего дня, будет преодолен, то в таких условиях будем ждать коррекцию на уровне 1.06.20. Но пока что по валютной паре евро-доллар все еще продолжаем оставаться вне рынка. То, что касается валютной пары доллар США, швейцарский франк, ситуация не поменялась. Хотя, минуту, давайте мы с вами кое-что проверим.
Да, ситуация все еще не поменялась, тренд все еще остается бычьим. Актуальная бычья волна началась минимум 28 ноября, завершилась на максимум 30 ноября. Я в рынке на бай по цене 1.0140, удалось открыть ордер. Вчера опоздавшие также получили возможность открыть в очередной раз ордер на покупку по цене 1.0140. Сейчас валютная пара торгуется по цене ниже, этим самым мы с вами все еще продолжаем находиться в просадке. Стоп-лосс, как обычно, за пределами волны импульса, ниже уровня 1.0060. Итак, опоздавшим рекомендую рассмотреть покупки при преодолении уровня 1.0140. Стоп-лосс рекомендую выставить по цене 1.0060. То, что касается цели, обратите внимание на то, что в день 30 ноября быки так и не смогли преодолеть уровень стопа расширения Фибоначчи. Здесь быки встретили серьезное сопротивление, и вот как раз с этого же уровня валютная пара и развернулась. Я жду рост доллара по отношению к швейцарскому франку до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 1.0270. Размер тейк-профита 130 пунктов. Против стоп-лосса в размере 80 пунктов. Соотношение 1:1 примерно. Ну что ж, идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Доллар США, японскую иену. Тренд сменил направление. Был медвежий тренд, стал бычий тренд. Ну, на самом деле, медвежий тренд продолжался всего лишь 2-3 дня, не более. В этот раз медведи не сумели изменить направление рынка на более долгий срок. В день 30 ноября быки вновь дали о себе знать. В день 30 ноября быкам удалось преодолеть последнюю медвежью волну. И после того, как день закрылся выше максимальной цены 25 ноября, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. То есть о рождении бычьего тренда. Рекомендую рассмотреть покупки при достижении уровня 113.10. Такой цены сегодня не было. Я выставлю buy limit по цене 113.10. Ну и при достижении этого уровня у меня откроется ордер на buy по тренду. Со стоп-лоссом ниже волны импульса, ниже уровня 111.20. Ну что ж, о целях также пока что рано говорить. Коррекция все еще не состоялась, не завершилась. Если даже растянуть линии Фибоначчи, вы увидите то, что сегодняшняя коррекция составляет почти что 38%. Так что будем ждать продолжения коррекции, только после чего можно будет открыть ордер на покупку по тренду. Пока что все еще продолжаем оставаться вне рынке. Далее рассмотрим валютную пару. Австралийский доллар, доллар США. Валютная пара, которая также сменила направление. Был бычий тренд. Валютная пара некоторое время торговалась с повышением, но после того, как в день 30 ноября медведям удалось обновить минимум предыдущих двух дней, после того, как медведям удалось преодолеть последнюю бычью волну, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. Итак, актуальная бычья волна, медвежья волна, прошу простить, началась еще в день 29 ноября с максимум и завершилась на минимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами выделим красным цветом, чтобы всем было понятно то, что тренд медвежий. Коррекцию будем ждать, она уже и состоялась на уровне 0.74.30. Те, кто планировали продажи, сегодня в принципе получили такую возможность.
Во время азиатской сессии такой цены было, поэтому уже можно было продавать. Я также выставлю sell limit по цене 0.74.30, ну и в течение сегодняшнего дня, после того, как этот уровень будет достигнут, у меня откроется ордер на sell по тренду. Стоп-лосс рекомендую выставить выше волны импульса, выше уровня 0.7510. Размер стоп-лосса 100, то есть, прошу простить, 80 пунктов, всего лишь 80 пунктов. Ну и то, что касается цели, давайте мы с вами растянем расширение Fibonacci. На мой взгляд, это наилучший инструмент, с помощью которого можно будет определить цели, можно определить уровни выхода из рынка. Учитывая то, что мы с вами применяем не только правила данной торговой стратегии, но и должны применить правила money management, то наша цель — это уровень стопа расширения Fibonacci, так как именно при достижении этого уровня мы с вами получим прибыль в 1.5 раза больше, чем размер стоп-лосса. Итак, наша цель — уровень стопа расширения Fibonacci, уровень 0.7310. Размер тейк-профита 120 пунктов против стоп-лосса в размере 80 пунктов. Соотношение 1:1. Ну и для тех, кто готов держать свою позицию на более долгий срок, последняя цель расположена на уровне 160.8 по расширению Fibonacci, цена 0.7230. Нам с вами осталось провести анализ по последним четырем активам. Это валютные пары: новозеландский доллар, доллар США и доллар США, доллар канадец. После чего мы с вами рассмотрим металлы, золото и серебро. Ирина пишет: Сергей, пожалуйста, поясните, почему вы перестали на графике показывать коррекцию оранжевой линией. Ирина, ну на самом деле, я думаю, что вам и так понятно, где волна коррекции. Вот, к примеру, да, вы прекрасно понимаете то, что бычьи волны всегда выделяются зеленым цветом, а медвежьи волны всегда выделяются красным цветом. Здесь и так видно, где волна коррекции. Вот смотрите, вот первая бычья волна зеленого цвета, вот вторая бычья волна зеленого цвета. А вот это всего лишь волна коррекции. Поэтому я и не стал больше выделять. Я думаю, что и так очень хорошо видно и заметно. Или я не прав? Если кому-то непонятно, где волны коррекции, вы напишите, пожалуйста, и я возьму во внимание этот момент. Но опять же, мне кажется, что достаточно просто увидеть волну коррекции, зная, где находятся волны импульса. А сегодня может все хорошо сработать в случае хороших нон-фармов, пишет Анатолий. Руслан просит евро-канадский доллар. Ирина пишет, смотрела на сегодняшнее занятие. Ну что ж, идемте дальше, рассмотрим валютную пару. Новозеландский доллар, доллар США. Все еще бычий тренд, пока что никаких сигналов о разворте. Да, конечно, вчера были попытки со стороны медведей сменить направление рынка, но вчера, как видите, медведям удалось всего лишь преодолеть последнюю бычью волну. Но день вчерашний закрылся выше уровня 0.7047. Игорь пишет, назначенный на 4 декабря конституционный референдум в Италии может повлечь за собой ощутимые всплески волатильности по всем парам с евро. Наверное, стоит отказаться от торговли в периоды аномальной рыночной волатильности, которая сама по себе является не наилучшим фоном для проведения торговых операций. Игорь, я с вами согласен, но опять же, все мои решения принимаются на основе теханализа. Я не беру в расчет никакие новости, никакие показатели. Абсолютно ничего меня не интересует то, что связано с фундаментальным анализом. Все решения принимаются на основе теханализа, поэтому я буду торговать по теханализу. Более того, я торговал всегда для того, чтобы показать то, что если придерживаться четких правил данной торговой стратегии и четких правил money management, то эту систему убить в принципе нельзя. Я по этой системе торгую вот уже на протяжении почти 6 месяцев. Я торговал во время Брексита, когда я получил ряд стоп-лоссов. Я торговал
во время, когда были важные новости, опять же, я получал ряд стоп-лоссов. В основном, большинство стоп-лоссов, которые я получал, я как раз получал из-за новостей. Но опять же, это как раз и доказало то, что несмотря на то, что мы с вами получаем убытки из-за новостей, из-за каких-то данных, в любом случае нам после этого можно подняться, можно выйти с просадки и даже добиться успешных результатов. Этого я доказал уже не раз, поэтому те, кто следят за моими ежедневными семинарами, вот уже на протяжении 6 месяцев, давным-давно поняли то, что это так и есть. Поэтому я и в это время буду продолжать торговать. Как будет, так и будет. Будут стоп-лоссы, значит, нам позже придется выйти с просадки, компенсировать убытки и стремиться к новым результатам, к положительным результатам. Мы на этой неделе, по-моему, в начале даже провели анализ моих сделок. Я вам показывал то, что за эти 6 месяцев максимальная просадка была всего лишь 8% при максимальной доходности в размере 25%. В моем случае соотношение составляет 1 к 3. Более того, в среднем я на одну сделку зарабатываю по $134, если я не ошибаюсь. А в случае убытка я теряю по $72, если я также не ошибаюсь. Соотношение почти что 1 к 2. Так что в моем случае, даже если я и получу 2 стоп-лосса подряд, достаточно один раз закрыть ордер с профитом, и я уже сумею выйти с рынка с нулевым результатом. Более того, в моем случае, если сравнить соотношение сделок положительных, отрицательных, то примерно получается 50 на 50. Или 60 на 40. Нужно еще раз будет провести анализ и посмотреть, какая у нас ситуация по сделкам. Но в общем результаты положительные. Итак, Константин пишет. Игорь, это откуда? Италия в Евросоюзе не... Как бы Владимир пишет, только техника без фундамента. Константин пишет, но тем не менее иногда играет солирующую партию. Понятно, спасибо. Константин пишет, Игорь, где? Даже на Южном потоке, что напрямую связано с Югом Европы, ее голос не был услышан. Ну что ж, идемте дальше, рассмотрим валютную пару доллар США, доллар канадец. Валютная пара, которая также продолжает торговаться с понижением. Я в рынке на sell. Открыть ордер на продажу мне удалось по цене 1.3455. Сейчас валютная пара торгуется по цене 1.3307. Ну что ж, плавающая прибыль составляет около 150 пунктов. Жду снижения доллара по отношению к канадскому доллару до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 1.3240. Хочу также обратить ваше внимание на то, что актуальная медвежья волна началась с максимум 28 ноября, завершилась, хотя минуту, актуальная волна импульса, медвежья волна началась с максимум 30 ноября и завершилась на максимум вчерашнего дня. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что в день 30 ноября те, кто планировали торговать по тренду, получили такую возможность. В день 30 ноября нужно было открыть ордер на sell по цене 1.3445. Такой цены было, поэтому я поздравляю тех, кто в рынке. Сейчас валютная пара торгуется в нужной нам зоне, поэтому будем ждать продолжения тренда, будем ждать снижения доллара. Сегодня медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня, подтверждая продолжение тренда вниз. Я выставлю стоп-лосс без убыток, я выставлю стоп-лосс даже в положительную зону на минимум 30 ноября. 1.33, даже чуть выше, 1.3360.
Итак, если вдруг сегодня валютная пара развернется, при достижении уровня 1.3360 мой ордер будет закрыт по стоп-лоссу, но с положительным результатом. Так что, как бы там ни было, я уже по канадцу имею прибыль. Но надеюсь на то, что все-таки валютная пара продолжит движение вниз. Я надеюсь на достижение уровня 160.8 по расширению Fibonacci. Ожидаемая цель 1.3240. Ну и давайте мы с вами рассмотрим металлы. По металлу золото. Я все еще в рынке. Открыть ордер на sell мне удалось по цене 1196. Медведи пока что не смогли преодолеть поддержку на уровне 60.8 по расширению Fibonacci. Жду снижения металла до уровня 100 по расширению Fibonacci. Ожидаемая цель 1150. Стоп-лосс также можно смело выставить в безубыток. То, что я и сделаю, 1196, так что по металлу золота я уже застрахован. Даже если и металл развернется, я как минимум сумею выйти с рынка с нулевым результатом. Андрей пишет, доллар канадец сегодня наверх должен. Ну, опять же, Андрей, то, что должен и то, что будет, это уже разные вещи. Вы, наверное, согласитесь со мной. Конечно, мы всегда, проводя анализ, утверждаем то, что валютная пара должна продолжать торговаться по тренду. Валютная пара должна дойти до наших целей. Но опять же, то, что должно и то, что будет, это разные вещи. Поэтому мы с вами будем ждать продолжения тренда. Если этого не случится, значит валютная пара развернется. И как минимум нам с вами удастся выйти с рынка с небольшим профитом. Мой стоп-лосс выставлен в положительную зону, поэтому по канадцу переживать незачем. Ну и то, что касается металла серебро. По металлу серебро я все еще в рынке на sell с уровня 16.52. В последние несколько дней металл торгуется в боковом диапазоне, чуть выше, чуть ниже. Сегодня, кстати, опоздавшие также получили возможность открыть ордер на продажу по цене 16.52. Стоп-лосс за пределами волны импульса выше уровня 16.90. Ну а то, что касается цели, жду снижения серебра до уровня 15.72. Или давайте я проверю, 15.71. Ну что ж, у меня на этом все. Хочу напомнить о том, что в понедельник, 5 декабря, состоится запуск нового ежедневного аналитического семинара, тема которого «Ежедневные торговые идеи. Секреты внутридневной торговли». Это долгожданный семинар. Еще летом я провел курс на тему «Главное правило успешного трейдера». На этом курсе я рассказывал о том, как добиваться успешных результатов, как стать успешным трейдером и как торговать как успешные трейдеры. Об этом вы узнаете на моих ежедневных семинарах в 10.00. В 10.00, начиная с понедельника, 5 декабря, мы с вами проведем ежедневные торговые идеи секретов внутридневной торговли. На этом семинаре вы узнаете не только о том, в какой зоне вам стоит торговать, не только о том, в каком направлении вам стоит торговать, но и о том, как добиться успешных результатов и как использовать соотношение риска-доходности 1 к 5 или даже 1 к 10. Рискуя всего лишь одним долларом, вы сможете заработать 5 или даже 10 долларов. Это все возможно, и как это вы уже узнаете на моих ежедневных семинарах. Поэтому жду вас в 10.00 по Москве. Ну а в 17.00 по Москве, как обычно, мы с вами проведем анализ по Fibonacci. В это время мы с вами рассмотрим основные валютные пары, металлы, кросс-курсы. В общем, все самое интересное мы с вами рассмотрим уже в 17.00. Это как раз то, что касается по Fibonacci. Так что, начиная с понедельника, у нас будут два ежедневных аналитических семинаров. Жду всех на своих семинарах для того, чтобы вы смогли научиться торговать успешно, научиться добиваться успешных результатов. Я уже не раз доказал то, что это возможно, это не миф, поэтому все те, кто торговали вместе со мной на протяжении всего этого периода, сумели добиться успешных результатов. Результаты, в принципе, перед вами, я ничего не выдумываю, и более того, те, кто следят за моими семинарами, а есть участники, которые следят давным-давно, причем ежедневно, они мне, конечно, не дадут соврать. Ну а 6 декабря я вновь проведу
авторский курс на тему практическое применение теории Фибоначчи, поэтому если среди вас есть те участники, которые хотят узнать все тонкости и нюансы при торговле по стратегии на основе теории Фибоначчи, вы об этом узнаете. Вы узнаете о том, как правильно определить волны импульса, вы узнаете, как правильно определить волны коррекции, вы узнаете, как правильно определить направление движения цены, как определить разворот тренда, это, конечно, также немаловажно. И вы уже узнаете, как войти в рынок, когда войти в рынок, когда выйти с рынка и как добиться результата в полтора, в два, даже в три раза больше. В моем случае результат 1:2. Я рискую $1 для того, чтобы заработать $2. Ну что ж, буду ждать на своих семинарах. Время, в принципе, прощаться, больше времени нет. Я надеюсь на то, что всем было понятно, всем было все доступно. Я прочту некоторые комментарии. Итак, Нина пишет «Ура!», Константин пишет «Ждем запись в понедельник», Владимир пишет «С нетерпением ждем понедельника», уже зарегистрировалась. Ну что ж, еще раз всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.